Всем привет, это Михаил Кобзарь, менеджер компании ProLand. Мы на канале ProLand TV. Сегодня я расскажу вам о новейшем продукте, видеосервере TriCaster Mini, выпускаемом компанией NewTek. Эта новинка выпущена в конце 2019 года и поступила в Россию как раз в декабре. Несмотря на скромные размеры, это очень серьезный инструмент для видеопродакшена, прямого эфира и множества других задач. Линейка серверов TriCaster Mini выпускается уже не первый год. Что же нового в этом устройстве? Во-первых, оно полностью для IP-производства. Здесь нет классических привычных всем разъемов SDI или HDMI. Вход NDI, выход NDI и еще этот сервер работает с форматом видео 4K. Это небольшой компьютер на базе Windows 10. Посмотрим его характеристики. Вроде бы ничего особенного. Процессор i7, 8 ГБ оперативной памяти, видеокарта Quadro P1000. Как же этот малыш может работать сразу с несколькими потоками NDI наравне с более дорогими серверами из обычных компьютерных компонентов? Весь секрет в магии NDI и отличной работе команды NewTek. Внешний вид корпуса практически не изменился, разве что убрали разъемы. Здесь были SDI или HDMI, зависит от версии. И добавили RGB-подсветку, которая либо просто светится, но также может реагировать на различные операции. Также из самых приятных новшеств это встроенный 4-портовый PoE Plus коммутатор. Теперь камеры и конвертеры включаются напрямую в сервер и питаются от него же. TriCaster Mini работает с любыми источниками и получателями NDI-сигнала всех известных производителей. Поддерживаются стандарты NDI, NDI HX и, вероятно, в будущем будет поддержка NDI HX2. У сервера 8 IP входов, 2 независимых NDI выхода. Если вам нужен захват видео из обычных классических источников, видеокамеры, фотоаппарата, да хоть даже игровой приставки, это не проблема. В комплекте с сервером идет сразу 2 конвертера HDMI, NDI, которые поддерживают разрешение до 4K. Но если вам необходимо получить сигнал на разъеме SDI или HDMI, тогда с этим справится конвертер Beardock Studio или Beardock Mini. Что вы еще получите в TriCaster? Видеомикшер с 4 линейками микширования, аудиомикшер с обработкой звука, виртуальная студия и классическая работа с хромакеем. Динамические титры, запись входящих источников, запись 2 раздельных программ на выходе, 2-канальный стример в интернет на все популярные сервисы, 2 канала замедленных повторов, управление поворотными камерами по протоколу NDI, функция Virtual PTZ, панорамирование изображения или видеосигнала. Оболочка TriCaster загружается достаточно быстро. Здесь можно выбрать проект, который был ранее создан, или создать новый. Выбрать разрешение, частоту кадров, место сохранения видеофайлов. Далее еще одно меню для запуска проекта, для работы с графикой и для управления вашими файлами из оболочки. И мы видим основной экран, он довольно аскетичный, но он хорошо настраивается для различных вариантов работы, а также он может работать на 2 монитора. Добавляем сюда видео, камеру, это 5Z камера Beardock. Тут же мы можем ей управлять, сделать презеты, для того, чтобы не крутить ее вручную во время работы. Один презет, логотип ProLand, и второй на логотип, допустим, AirTag. Переключаем на первый, быстро переключается на логотип ProLand и возвращается на AirTag. На окошке превью можно выбрать сразу презеты, чтобы не лезть внутрь в настройки входа. Дальше у нас 4 линейки микширования, ME1, 2, 3, 4, DDR1, DDR2. Запускаем видео с первого плеера. Можно его зациклить, добавить еще несколько видео, сделать из них плейлист. В данном случае они все пойдут по порядку. Да, в это время можно переключить камеру, как я и говорил, что можно работать, в общем-то, одному. Дальше второй рекордер, здесь их всего 2. Добавим туда человека, снятого на зеленом фоне. Допустим, пусть это будет женщина. Теперь добавим ее в виртуальную студию. Здесь есть достаточно много преднастроенных студий, но вы можете создать свою при помощи несложного редактора. Переключаем на ME1, на основной линейке. Видим, что у нас появилась женщина на зеленом фоне. Прорезка здесь достаточно быстрая, аккуратная. Достаточно ткнуть одну галочку и потом выделить цвет.
Studio добавлена, это не просто картинка, это еще и виртуальная камера, которой можно управлять. В данном случае мы добавили ее в эфир, поправили кадр, изменили ракурс. В телевизоре мы можем выбрать любое изображение, любой источник файла на линейке Preview на ME1. Дальше пройдемся по верхнему меню. Можно изменить внешний вид интерфейса, изменив инструменты, в данном случае для анализа сигнала, либо для разных источников. Это могут быть камеры, ME-линейки, плееры. В меню «Экспорт» у нас находится простой кодировщик, который может конвертировать файлы, записанные трикастером или любыми другими программами. Дальше стриминг. Здесь есть два стримера. Как видите, здесь преднастроены основные социальные сети, но можно сделать и свою настройку с RTMP. Record Replay – это у нас закладка записи и замедленных повторов. Grab – это захват картинки, которая сразу добавляется в плеер, один кадр. Смотрим на входы и выходы. На выход мы можем выбрать любой источник, мастер, программ, превью, любую камеру. Напомню, что здесь два независимых выхода, и вы можете делать две программы раздельно. Одну, допустим, отправлять в эфир, и вторую на какой-нибудь экран или в стриминг. В разделе «Запись» можно активировать два независимых рекордера. Аудиомикшер довольно простой. Все входы, либо это вложенный звук, либо это аналоговый звук с аналоговых входов. Также есть отдельный вход для скайпа. Да, насчет скайпа. Скайп теперь поддерживает NDI, так что вы можете добавить напрямую вход. И вам не понадобится никаких проводов, аудио, видео, дополнительных соединений. Вы можете работать с ним по локальной сети. И самая интересная настройка – это светодиоды на корпусе. Вы можете выбрать как фирменные цвета вашей компании, так и необходимые функции, которые будут вам помогать в работе с трикастером. Это измерение звука, индикация записи, либо просто клики мышкой. Ну, можете, конечно, все это и отключить. Очень важно, что сервер разработан для использования всего лишь одним человеком. Микширование видео, звука, титры, виртуальная студия, стриминг – все это продумано до мелочей. А возможности автоматизации упрощают операции настолько, что о них не надо даже думать. Информацию о сервере TriCaster Mini и других продуктах компании NewTek вы всегда можете найти на нашем сайте proland.ru. Звоните по телефону, пишите в почту, не забывайте про социальные сети. Также подпишитесь на наш канал ProLand TV. С вами был Михаил Кобзарь. До свидания. Запись звука в нашей студии ведется на систему Saramonic Blink 500 B5. Это система с цифровой передачей звука по протоколу Wi-Fi. С петличным микрофоном, либо с микрофоном, встроенным в передатчик, и с приемником, который подключается напрямую к телефону.